Всем привет! Занимаюсь шиномонтажом уже много лет, и сегодня хочу показать вам одну особенность автомобильных шин, из-за которой можно потерять покрышку, даже не автомобильных шин, а колес. О чем люди забывают и вообще экономят на чем. И что из-за этого может произойти на примере вот этой автомобиля Toyota Corolla. Смотрите, пригнали машину менять колодки тормозные. Да, ну вот они колодки поменены, да. Ну и просто я в силу того, что я работаю, да, еще и на шиномонтаже, и просто мне интересно, да, вот смотрите, ниппель, да, чистый ниппель, хороший, ничего не видно, да. Еще его называют сосок, еще его называют вентиль. То есть вот такой вентиль. Никаких вроде бы особых подозрений на то, что он изношен, нету. Но стоит на него надавить. История. Все. Вентилю хана. Сейчас мы посмотрим. Сколько там площадь была. Вот посмотрите, сколько там осталось всего лишь резины. С этой стороны уже совсем нету. Все лопнуло. Осталась она немножко только вот там. Внутри вот тоже можно посмотреть. Ничего не осталось. Вот. То есть на честном слове держалась сосок, вентиль. Называйте как хотите. Если бы человек еще менял, наверное, резину, то на шиномонтаже ему, наверное, бы сказали об этом. Но так как он ездит вот на все сезонки, можно сказать, да, там шипы уже ушли вниз в шину. Вот. Ну и получается, человек не меняет резину. Вот такая вот история. Пойдемте ко второму колесу. Второе колесо, с которого все и началось. Вот. Такая же история, да? А так вроде не травит, да? Чуть-чуть надавили, все травит. Так не травит. Вот заднее колесо. Такая же беда. Ну и еще одно колесо. Вот здесь дела немножко получше, но тоже скоро придет хана. Значит, смотрите, три покрышки, да, три покрышки полностью, три, вернее, вентиля полностью разорвались от одного моего прикосновения. Что могло произойти, да? Был у меня случай такой у клиента одного. Ехал он на автомобиле зимой это было, ну и проехал по сугробу, так перемет, небольшой снежный перемет, и снегом оторвало все вот эти вот сосочки с трех колес, с четырех колес, а запаска у него одна, а это было где-то на грунтовой дороге, там какой-то снежный между деревнями. Вот вам. Пришлось ехать на спущенных колесах, и человек попал на 4 новых покрышки. И при любом соприкосновении с чем-нибудь, с грязью там, или еще с чем-нибудь, они могли спокойно порваться и спустить в неподходящий момент, да, когда вам надо ехать, рядом никого нет, и вы попадаете на покрышки. Следите за покрышками. Это одна из основных причин, по которой люди теряют покрышки. Вентили. Накачки. Пишите в комментариях, может, у кого-то были какие-то случаи тоже интересные с этими вентилями. Пишите. Ну, на этом все. До свидания.